Почтальон на Камчатке попалась на краже денег клиентов. Полицейские возбудили уголовное дело о растрате против 33-летней руководителя одного из отделений связи в Елизовском районе. По данным МВД, в течение 4 месяцев женщина забирала себе деньги, которые люди отдавали в качестве наложенного платежа за посылки. Сотрудницу почты подозревают в присвоении почти 190 тысяч рублей.